Не жениться на РСП, разведенке с прицепом. Но мужчина должен воспитывать своих детей, передавать знания, опыт и мудрость своего рода. Мужчина входит в уже состоявшуюся семью. В такой семье уже есть глава, женщина. Она его принимает в свою семью. Для женщины с ребенком на первом месте всегда будет ее ребенок. Мужчина нужен как ресурс. То есть для РСП мужчина прежде всего рассматривается как поставщик материальных благ. Главное, чтобы от него была польза. У РСП бывший муж, как правило, всегда козел. Женщина, наученная предыдущими отношениями, уже прекрасно знает все способы хитрости и манипуляции. Отношения с РСП никогда не будут нормальными, потому что мужчина должен подстраиваться под их семейный быт, под их семейные устои, находить отношения с ребенком, что в корне меняет и ломает мужчину. Он никогда не будет чувствовать себя главным.